всероссийской акции «Мое детство. Война» мы находимся в гостях у жительницы села Кутенькова Прасковьи Александровны Кофтуновой. Прасковья Александровна, сколько вам было лет, когда началась война? Чем вы занимались в это время? Чем занимались в это время? И что тогда бегали? 9 часов, 9, как война началась. Ну, дома работали все. Тогда ж не было ни угля, ничего, носили бурьян, топили. И с самого детства такая жизнь у нас была. А потом, когда война началась, да, мне уже было 9 лет тогда. Надо было идти в школу мне у 8 лет, тогда 8 ходили. А у нас было только 2 человека в классе. И нас это ж оставили на другой год. Вот как раз я в 41-м году пошла в первый класс. Пошла я в первый класс, и что-то мы там походили 2, летом-то война началась. А в октябре месяце уже немцы были у нас в хуторе. У нас уже были. Мы гуляем, детвора бегает на мотоциклах, летят из Грубцова. А Смелов хутор между Грубцовым был и Малым Должком. Там жили. И как раз, а мы в октябре месяце, речка уже стояла, воскресенье было. А у меня сестра была, я 32-го, она 31-го года. Но была в гостях с подругой. И так домой рвалась, так ей хотелось домой. Она прошла, мы на речке были. А старшая сестра с двумя детьми была, один 40-го года, а одна была 37-го. Ну, все бани. Ага. У соседей у дворе было, а я и брат на речке были. Ну, что вы думаете, вот мы катаемся, гуляем, вот летит. А мы голову позадирали, смотрим, а только бах, один снаряд у огородов Сереженьковых. Нам там 4 хатки было. А мы шли, ничего не побоялись, опять за голову задираем, опять летит другой, там идет мотор был, вот эти немчика, все купаются дети там. Там снаряд упал. А мы все равно бегаем. Третий снаряд и прямо в нашу хату. И темно стало, камышон был, с камышами, земляные хаты. Не видать ничего. Когда разошелся дым, у нас там... А сестра моя уже дома была. Убила сестру у меня. 43-й год, опять немцы. Ну тогда уже недолго были. Как зашли они летом еще. И аж у феврале месяце ушлись. А то полно было там сидели. Все в городах повыкопали у нас, все подобрали. Голод был страшный. Ну, а как когда вы? Война? Пережили. Когда война кончилась уже. А война кончилась, я уже полностью работала. Я с 4 класса закончила и пошла на работу. Я уже полностью работала, всю зиму работала. Вот 41-й год начался, всю зиму я работала. А весною, там это наш хутор, специально огородная бригада была. И я всю зиму, это ж всем родители, дети обмазывали рамы, что накрывали парники. Маты вязали, мы камышем подавали, они вязались, ну, чтобы накрывать. Посымали все, и мороз, и поморозила рассаду. И нас эта бригадирша забрала нас и поехали в колонию, вот сейчас она в колонии там есть, туда за рассадой. Едем оттуда, вот это я никогда не забуду, как мы едем оттуда, они это все летит на коне, вот этот наш Васька Голубов, тут его все знают, на коне, летит вверх и кричит: «Победа, победа!» А сразу поехали мы. Все в подвал позаносили, а мне уже было это бродивший какой-то проигрыватель, ну, что, музыка была. Она принесла там в том же бригадном дворе, там устроили гуляния, плачут все, кто плачет, кто радуется. Спасибо вам за интервью. Хо-хо.